И сегодня Белавия отменила рейсы из Минска в Париж и Лондон до 30 октября. В авиакомпании сообщили, что это связано с решением Великобритании и Франции о запрете выполнения полетов белорусского авиаперевозчика в эти страны и из них. Также с сегодняшнего дня Белавия не летает в Вильнюс. Приостановка рейса продлится до 26 июня. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.